Детское радио представляет. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. В моей мастерской висела на стене старая волшебная карта. Проходя через нее, я, старый боцман, и Витя со Светой, ученики Академии парусного спорта, построенной для питерских ребят «Газпромом», оказывались на берегу любого океана в любом времени. Но карту украли мальчишки. Они проследили за Витей и Светой, когда те приходили в мою мастерскую. Карту мы у них забрали, только она разорвана. Теперь нам надо найти мастера, чтобы починить ее. Ну а пока мальчишки рассказывают нам о своих приключениях. Они хотели пробраться на исследовательское судно Жака Кусто «Калипсо» и раздобыть акваланги. Порт, корабли... Женька, куда мы попали? Надеюсь, карта не подвела, и мы уже в Сингапуре. Скоро Калипсо должен столкнуться с баржей. Давай пройдем вдоль пристани, поищем его. Интересно, что за корабль такой Калипсо? Наверное, специальный, научный. Это старый военный корабль, бывший минный тральщик. Его переоборудовали, сделали специальный бокс для выхода аквалангистов и ангар для ныряющих блюдец. Ныряющие блюдца? А что это такое? Это такие небольшие подводные лодки. Каждая по форме напоминает два сложенных вместе блюдца. Такая конструкция позволяет им лучше сопротивляться давлению воды. А на глубине это очень важно, Валька. Вот бы прокатиться на таком. Вон там, видишь, корабль. На спасательном круге надпись «Калипсо». Значит, все в порядке. Мы в Сингапуре. Вот Калипсо. Пошли, пока никто не видит. Вот так мы забрались на Калипсо и спрятались недалеко от рубки. Судно вышло в море. Право руля, Шарль, аккуратней с баллонами. Тяжелые. Да, заправлены под завязку. Акваланги готовы к погружению, капитан. Я уберу их в рундук. Рундук? Это что? Ну, Валь, ты даешь. А еще парусным спортом увлекаешься. Ты книжки-то про пиратов читал? Рундук — это такой большой металлический сундук. И там хранят всякие корабельные штуковины. А, теперь понятно, где могут быть акваланги. Шарль, глянь, кто это там гудит. Буксир тащит баржу. Близко идут. Как бы не зацепили. Это та самая баржа? Наверное. Шкипер этого ржавого корыта что, спятил? Того и гляди, врежется в Калипсо. Отворачивай, отворачивай! Валька, держись, сейчас врежется. Проклятье! Пробоина по правому борту, спустить шлюпки! Жень, смотри, Калипсо накренился. Сейчас опрокинется, и все утонут. Не бойся, Валька, я точно помню, в фильме про Кусто его команда спаслась. Давай пробираться к рундуку. Вот они, акваланги. Тут два. Не утащим, тяжеленные. Погоди, Валь, тут только акваланги. Нужны еще ласты, маски и гидрокостюмы. Как без них погружаться? Ну, и как нам быть? Смотри, вон матрос с баллонами выходит. Может, там хранится остальное снаряжение? Идем за ним. Жень, только давай акваланги с собой возьмем. Уж больно сильно Калипсо накренился. Да ничего, держись крепче и все.
точно. Вот ласты, маски и костюмы. Давай, давай, скорее! Нам подойдут. Так, запасная маска, наручный глубиномер с компасом, дайверский нож. Давай, быстрее, корабль уже на боку. Из пробоины вода лещет Валька. Спокойно, надо загадать, чтобы старая карта перенесла нас поближе к галеону с сокровищами. Быстрее, Женька, вода прибывает. Да вижу я, сейчас. Держи вот это снаряжение. Держу! Быстрее давай! Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Продолжение следует.